Это стихотворение посвящается всем солдатам, погибшим во время Второй мировой войны, и не только Второй мировой. Плакучая ива, березы стоят, колышется ветер и память истяк. Попавшим солдатам немало легло, в домах нету света, да стало темно, будь русский или немец. Душа-то одна, в ней места немало истоком тепла, но рок планетарный, явилась звезда, как серая ночь, появилась чума. И слышится явственно полчища звон, подковы стучат, и внутри людей стон. Безумные мысли, и малый человек, свой Рим я создам на 1000 лет. Не думал о главном. Зачем посылать? Сегодня был плотник, а завтра солдат. Ему ли захотелось к ногам мир прибрать? Детишки, жена, престарелая мать. Ветер холодный с ног валит и в грудь. Бьются порывы, трудно вздохнуть. Напротив окопы. И также другой недавно совсем распрощался с женой. Всплывает Есенин, береза твоя, крестов нынче много, стук топора, могильные холмики. Сколько вас здесь? С воздуха смотришь, похоже на лес, лес безграничный. Живут имена, память солдатская, вечно жива.